Сварились первые манты. Мы разрезали, пробуем. Сейчас они. Мы поставили на 30 минут. Вот картошка, смотрите, какая мягкущая. Смотрите, разсыпается. Какая вкуснятина. Прям натуральные манты, девочки, мальчики. Все. Ой, ой, развалились. Мы разрезали первый исторический момент. Еще сейчас масло варишь несет. И будем вытаскивать манты из. Ай, мантоварки падает. Обалденно вкусно. Креусе? Да, креусе. Просыхся, то выгали соль от этого. Кимана. Так, все, будем вытаскивать его. Пьята фелюмы, навгалюмы тора оля, кинафьяхну алис. Мы их на привозе. Две фели. Вразмены сына. Сейчас маслом их буду мазать. Все это буду делать. Обалденный. Ага, сарыси, да? Сарыси, сарыси. Весь этот самый. Почти съел весь у меня. Ты малоши ты метукоста? Да шикони ты. Ой, все развалился. Он. Мам, девочки, манты. Вкусно. Картошечка. Все здесь есть. В гальту мигали пьяду. Валидо. Ух ты, ты. А плато. Давай декалипта кома навалим. Я 10 минут еще. Потому что верхние. Бурин апану лигу пьется. Катуп. Не. Так, все, еще поставила. Еще поставила, потому что и сейчас, пока я буду делать, они будут твориться. Сейчас уже вторую партию буду делать. Вкусно. Мы уже первую партию. На. Саранда лептальный. Все, первую партию уговорили. Костас довольный. Бабс. Можете мои нет, гиганы. Вот, все. На калакала. Осмотра. Все, пускай варится. Ух ты, что-то вымазалась ручка. Так что все, надо здесь разобраться. Мука. Мука. Так, Вась достал еще. У меня фарш был замороженный. У меня осталось чуть-чуть теста. Но у меня кончился лук. Лук кончился. И я бы еще... Ой, прям такой вкус стоит во рту. Ой, 100 лет не ела, честно. Такая вкуснятина. Так, что я хотела сказать, что будем что-нибудь еще делать вечером. Может быть, пожарим эти самые чебуреки, если Байс купит мне лук. Если не купит, посмотрим, может быть, съездим еще за покупками. Вот такая вкусняшка. Еще сегодня надо будет вам как-то сегодня или завтра, наверное, может быть, сделаем тирамису. Кому интересно, как я делаю вкусные манты, пишите, я для вас сделаю. Ну, не подробно, но рецептик сделаю. Так что вот так вот. Кому интересно. Девочки, вот такая красота получается. Смотрите. Вообще класс. Обалденно вкусные. Обалденно. Все, мы уже заканчиваем. Осталось там, ну, 10 минут. Осталось буквально все. И у меня будет готова уже вторая партия. Мы уже наелись с той партии. Сейчас еще вот сварится. Сварится и все. И готово будет. Классно. Классно, девчонки. Не пожалейте 25 евро. Все, у кого есть Lidl, у кого продают такие штучки, не жалейте, купите, и здесь все готовится. И рыба, и мясо, и фрукты, и овощи. Все. Классно. А манты вообще обалденные. Девочки, мальчики, манты с маслом. Первые мои манты в Греции. Смотрите, какие. Ох! Всем привет! Сегодня я буду пересаживать, вернее, Вася, я будем пересаживать вот этот цветок. Видишь, чуть-чуть подмерз, что ли. Реваш, да, нене? Я его покупала малюсеньким, вот таким вот в Икее. Я не знаю, как он называется, кто знает, пишите. Ой, где фелю? Фелю асно нами, галоны тэци. Вы купили вот этот вот вазончик, и вот этот вазончик, и вот этот вазончик. Не знаю, что сюда посажу, я сюда сделала. Агроперлит, наверное, называется по-русски у вас. Здесь у меня все цветочки.
Сейчас вот в этот пересадим в большой, а сюда пересажу кактус декабрист. Вот, такие вот дела. Его сейчас не мыть не буду, он пыльный. Стоял на улице, от этого вот это я чихаю. Будьте здоровы, Людмила Викторовна. Все сказали мне так. Вот этой штуки я чихаю, она пыль набивает. Здесь мы в комнате. Вот. Эла вайму навгалис. Я уже насыпала сюда. Сюда мне насыпала вайс уже удобрение. Ну, лакси навгалю его. Крата ты камера. Крата камера его навгалю. Камера вгажет видно. Я не знаю, как его вытаскивать. Он такой тяжелый вообще. Или в общем. Если он сломается. Анна на спасе. Ой-ой-ой, глаз. Пьетаки на спасу мы. Там есть этот самый. Посмотрим, как она. Туба. Мы пропина канова туба. Вот тут травишься, борешься. Фори беременно на кротавливу. Да, кротавливу. Оп, да не вари. Вари, да не. А, и кефали. Все, все, вот так вот. Да. Вот так вот мы его сюда сейчас. Опа. О, как раз самое то. Давай. Поля. Грязь там, да? Земля. Поля. Поля, земля, да. Вот, смотрите, он как раз сюда въехал. Вот так вот. Вон, Вайм, не тряси камерой. Все, я сейчас засыплю. Он еще вот так вот, видите, висит. Здесь еще высохли листочки. Купать я его буду летом, когда будет тепло. Сейчас очень холодно. Купать его не хочу. От пыли от всего. Он стоит на балконе, там, где дорога у нас. И вся пыль на него собирается. А можно было бы отодрать вот эти красивые, вот эти, показывай сюда. Иду, где их не дал. Вот сюда вот. Вот эти можно было бы отрезать и укоренить. Смотрите, какая красота. Я сейчас засыплю сюда этот самый. Тарик, ты спатулем кухяри. Да, не. Он ругается, когда я говорю, чистыми руками. Без перчаток этого самого работаю. Он, надо в перчатках работать. Пойму, на спасу шлу. На спасу купишь. А ты помою пись. На спасу глясь, разве это лёгкий купишь? Разобью, говорит, те самые твои горшки за те слова, что ты мне сказала. Мы то в кяре. Ой. Да, подъедем в кяре. И вот я сюда добавила удобрения. Может быть, он еще больше будет расти. Вот. Сейчас. Это я с одной стороны. Ну, не тряси камерой. Не кунаш ты камера, пули, кинота. Астух камера. Так, все. Выключай звисту камера. Надо вот так вот его. Так, девочки, смотрите, что сделала с цветком. Все. Как я не старалась, как я не этого самого, он у меня сломался. Он говорил мне, говорит, отрезай. Но я не отрезала. Вот все. Придется мне сейчас эти ставить на укоренение. Смотрите, что. Да нахер риза, по эксофонистике риза. Да нахер риза. Симфонияко. А что последний, с капсулей, как будто в караке кивали. Я говорю, сейчас вот так вот. Он говорит, раскопай, говорит, и посади, говорит, заново. Смотрите, что сделалось с цветочком. Вот. Пока я засыпала. Вот у него корни какие. Ладно, дыхнем. Вот. Глядите, видите? Типа ты риза медаль. Ничего нет у него, да. Корней, говорит, нету. Куда бы его еще пристроить? Да фильм Дио Трис Глаз рассмеет в ту лолуде. Мана в Тане, в ту еду. Ну, если вырастет, вырастет. Не вырастет, не вырастет. Я сейчас засуну сюда его. Вот так вот. И пускай растет. Нет, не получается. Не стоит. Вот этот как-то встал, а этот не стоит. Это, кстати. Ну да, фига на меду питаксу. Его огорожист и икея. У него даже, смотрите, у него даже вот здесь корни даются на стволе. Вот видишь, вилепиш пожгажет риза в тетью, в стеклари. А рефелевый вафус. Он говорит, надо в глубину тогда сидеть. Мы тут в керек скапсим. В гале хома, или ксеновазис? Видите, что делается? В гале були. Испортилась эта самая цветка моя. В гале где? Он говорит, сади, говорит, вот этот вот, а другие, говорит, выкини. А я, нет, дефельмина тупи так, что навалю и до то-то.
Tento kādus saprotu. Tento kādus. Ah, tu neina prasi nada. Ir razi tipota. Dakse. Pārtin, zvistu kameru, выключай kameru. Vas mi zemļu razvodit. Сюда добавили перлит. И добавили сюда, вон, видите, этот самый лекарство для... Лекарство, удобрение для цветов. Потому что эта земля не вызывает у меня... По 1 евро мы купили ее в прошлом видео, вы видели, как кала-кала наката, все это. Кала. Окей. Пересадим сейчас вот такой кактус. Такой только большой, который у меня есть, который цвел в этом году, в этом самом, на Рождество. Да, Кси? На ферму тора кактушки надували мы, да, Кси? А, я надо кактусы. Все, кактусы все пересадила, даже этот пересадила в горшочек, пускай растет. И этот вот сломленный тоже посадила, потом подсыплю земельки я. Пускай. Короче, я не ожидала даже, что он так сломается. У него корешки такие. У него корешки такие. Он землей засыпался весь. Ладно, ничего страшного, он, видите, отломился. Туда посадила. Здесь земля вместе с хорошей, с удобрением. Что-нибудь будем сажать. Захотим еще что-нибудь посадить, еще посадим что-нибудь. А так уже все пересадили, все кактусы. Пускай растут. Летом на следующий год зимой будут свисти. Вот. Ну, свинство, теперь свинство здесь. Я уже руки чуть-чуть подмыла. Помыла. Ох, ну что делать. Наш могучий русский язык. Как вы хотите, такое ставьте слово. Ой, ладно, 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 девочки, мальчики. Сейчас я поставлю сюда. Терма. Угу, терма. Кань дикошу. Терма. Ты пытала, пацаны. Все, сейчас я вот сюда укорененные, укоренеть, которые я поставила, пеларгонию. Сейчас вот сюда тоже поставлю. Ой, какая она тяжелая. Ох, бог ты мой. Вот они тяжеленькие здесь, пускай стоять. Так вот, вот они. Ну, я смотрю, не все начинают желтеть. Которые отрастут, отрастут, не отрастут. А эти начали расти у меня вон. Эти пеларгушки, которые я от моего цветка отняла. И здесь тоже. Может, вырастут эти тоже 4 штучки. Ой, у меня это... Открылся насморк от этого белого порошка. От него пыль такая летит нехорошая. Я аж прям сейчас чихаю. Ладно, все. Погода у нас на улице 12-13 градусов. И неохота выходить мне. Окна грязные, не смотрите. Такие вот заляпанные все здесь. И ветер, смотрите, как цветы туда-сюда ходят. Ладно. Холодно, холодно что-то сегодня вообще. С завтрашнего дня, говорят, будет повышение до 17-19 градусов. Не знаю, посмотрим. И солнце, говорит, будет на следующей неделе. Посмотрим, девочки, мальчики.